«Как стать миллионером». В умной библиотеке провели мастер-класс для школьников. Секретами накопления личного капитала поделился специалист банковской сферы Василий Балагин. Мероприятие организовали в рамках образовательного проекта «Мотиватор ТИН». Этот проект был создан в прошлом учебном году для подростков, для ребят от 13 до 18 лет. И два раза в месяц ребята приходят в умную библиотеку на интересные и полезные встречи, получают те навыки, которые никогда не обучат школу. На мастер-классе обсудили, как сохранять и приумножать сбережения, риски работы с деньгами в бизнесе. Также поговорили о том, как стать предпринимателем и с чего начать. Я постоянно посещаю мотиватор. На эту встречу я решила прийти, потому что мне, в принципе, интересно движение. Здесь мои подружки, и плюс мне интересна тема. Впечатление. Ну, мне понравился спикер. Мне интересно знакомиться с людьми, интересно как бы узнавать их опыт. «Мотиватор ТИН» – уникальный проект городского округа Химки, который дает возможность развивать разные навыки. Юные химчане встречаются с опытными экспертами и погружаются в какую-либо тему или профессию. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.